обратиться к депутату 11-го сайма. День добрый. Очень тяжело на этой земле находиться. Хоть я тоже не первый раз здесь, но каждый раз, когда сюда приходишь и ступаешь на эту землю, действительно такое ощущение, что здесь земля ноет вся. Здесь погибли не только взрослые, но что самое страшное, дети. Они не просто умерли от того, что погибли от бомбежки или от чего-то. Они были замучены. Они были отобраны у своих матерей, у своих отцов. И этот плач, который я очень прекрасно представляю, сейчас у меня недавно родилась дочка, этот душераздирающий крик, когда ребенок просит покушать или просто хочется прижаться к женскому, к своей маме, я не представляю, как это матери вообще пережили здесь. Как пережили вы, дети, которые остались живыми. Эта память, которая... вы несете в себе, она должна остаться вечной. Большое спасибо, что вы приходите сюда, приводите сюда своих детей, внуков, внучек, пишете книги, которые я обязуюсь перевести на латышский язык и распространить по всем латвийским школам, по всем библиотекам, чтобы дети маленькие, даже в маленьком возрасте уже знали, что такое Саласпилс. Потому что сейчас не все везут сюда, и не все рассказывают, какие кошмары здесь происходили. Даже если спикер парламента госпожа Солвит Абалтини не пришла сюда, она показала свое отношение к этой земле, к этим людям. А вам большое спасибо и долгих вам лет жизни. И еще раз спасибо.